В 8-й отборочной группе ирландцы на своем поле принимали сборную Литвы в желтом. Литовцы, в составе которых выделялись игроки, выступающие в России, в первом тайме заставили как следует поработать кипера ирландцев Гивена. Инициативу при Икшайтиса подхватил Жукас, который, разыграв незамысловатую стенку с Нарбековосом, целился в ту же точку, что и легионер Камаза. Однако в левом углу Гивен надежен. В первом тайме хозяева предложили литовцам британский вариант атаки, навесы в штрафной в расчете на рослого Найла Куина. Однако до перерыва Гинтера Стаучи в игру вступал редко. Зато во втором тайме сборная Литвы устояла лишь благодаря уверенной игре первого номера. Хрупкий Стаучи бесстрашно кидался в ноги могучим ирландцам, а мячи, пущенные за штрафной, застревали в цепких руках прибалтийского кипера. 0-0. Литовцы добыли себе важную ничью. Пробуксовкой литовцев и ирландцев.